сегодня выпускаем около 20 болотных черепах. Это на постоянное место жительства. Люди или случайно где-то находят, или покупают, но не знают, как за ними ухаживать. Приносят все к нам на реабилитацию, и мы их выпускаем в природу. Вот такая вот эта черепашка, это уже взрослая особь. Болотные черепахи. У нас они уже не агрессивные, они привыкли к людям. Мы их собирали на протяжении года, к нам приносили их посетители. Они были некоторые ранены, некоторые были раздавлены панцири. Наши специалисты склеивали специальными пластырями, их специальные манипуляции проводили. Хотим их содержать в наших маленьких прудах. Это животное, которое требует возрастания популяции. Они находятся под угрозой исчезновения и занесены в Международную красную книгу.